это что еще за... Черкуй... Блин, какого черкуя бежал, интересно. Черт, некроморф. Это что еще за хрень? Черт. Черт, звуки хреново. Скотин притворяется, тварь. Хотя вижу. Сдохни, мразь. Думаю, попадусь на второй раз. Чё, что это было вообще? Фу, черт. Хрен, мне отсюда убираться нахрен. Не врезает, почему? Блин, не много места. Может, мне птичку использовать? Тротикомет мне, хотя может куплю под... Мне нужно, конечно, найти выход отсюда. Кто-то пробил. Та мерзкая тварь. Черт. Надо сюда лететь. Черт, что еще за помещение? О, черт, мне это не нравится что-то. Слишком тихо. Слишком очень тихо. Деньги, так. Блин, как мне сюда выбраться-то? Транзитный терминал Олера. Мне не туда, точно не надо добраться до башни Кассини. Как говорил таки Диана, чёртова. Все, не доверяю. Чё-то здесь снова те долбанные охранники этой станции, которыми прикончить ещё не смогли. Начали еще меня. Так, черт. Тихо, слышит. Блин! О, черт, это этих тварей не хватало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, сколько вас. А! О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, черт. Блин, куда бежать нахрен? О, сколько вас. Не дохни, не дохни. А, быстрее, быстрее, быстрее! Ой, отвяжись, скотина, отвяжись! Скотина, отвяжись! Получай, тварь! Давай, дохни! Мерзость какая-то! Черт, у меня спичка, пожалуйста! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Черт, остались не хватает! Блин, кинезис, значит, не... Дохни! Ой-ой-ой-ой! Черт, еще бегут. О, мерзости, чертова. Черт. Хрень полная. Таких вообще на шамор не встречал. Черков, черт. А, ты снова. Чуть не надо от меня, понятно. Жив еще как. Не твоими стараниями. Отслеживать. О, лучше не вспоминать. Черт, мне больше плохих воспоминаний возвращает, чем хороших. Только не пинай меня, этот бериск, я ненавижу. Шиморы, чертов долбаный. Черт, чего? Погоди. Блин. Ну, видимо, такие же проблемы, как у меня. С этим обелиском, наверное. А какого черта он нашел? Как он смог, понятно, прикоснуться к нему, он же был уничтожен метеоритом. Твари мерзкие, пошли отсюда нахрен. Черт. Чуть не замочили, Ой, сквозь этих тварей некроморфов тут еще появилось, непонятно. Куда они могли взяться? Может, потому что здесь ни Шимура на том корабле не было. Где тикать, а здесь есть, видимо. Здесь в колонии же. Черт долбанный. Некроморф, как мне задолбали. Блин, не работает. Мне значит туда не попасть. Сейчас придется искать обходной путь. Хреново дело. Все схему. Чем мне купить, интересно.
Всего лишь 16 тысяч кредитов. Золотые полупроводники есть только. Стазисами нужен, конечно, все-таки. Дротики, нафиг мне эти дротики. Блин. В сейфе мне ничего нет. Чё же купить, не знаю даже. Нафиг мне этот силовый узел пока. И так два силовых узла есть. Чёрт, даже не знаю. Против мелких мне добудется на виток обязательно. Очень стоит купить. Если их будет еще, они не пытаются нам попасть, буду считаться этим оружием. А нам против них всегда было эффективно. Не за ним перекрестка. Ладно, не придем на их на лифте приехать. Придется ехать. Фух, эти чертовы свалюсь с того места, чертовы долбаного. Слава богу, интереса нету. Ого, приехал. Так, а какой черт? Такой палец, скотина. Черт, птичка. Черт, Диана, там один пик меня пытается связаться. Какой-то ноустрос. Под опытом, как и я. А как черт там он здесь оказался? Психопат. О, черт. Убил жену детей. О, я точно с ним связаться не буду. Спасибо за подсказку. Так, а где аптечка-то? Я же, он уже обронил. Блин, не помать я могу. Черт, не могу. О, это же... О, это что было? Черт, я что, нечаянно использовал альтернативный огонь, это... О, буду знать. Ну, там же был другой альтернативный огонь. Че, может, новый вариант винтовки, что ли, тебе военные придумали? Видимо, да. Мне, видимо, другой альтернативный огонь. Черт. Какого черта я это сделал, интересно. Блин, аптечку не могу взять. Ах, мне она понадобится, мне и так их мало. Точнее, у меня их вообще нет. Блин, зря это сделал. Черт, долбанный таймер, который все затеял. Я тебе доберусь, скотина. Запомни мое лицо. Хотя он меня нифига не видел, наверное. В глаза даже. Черт, что-то не нравится. Обелиск. Что сидит на очки? Черт, ну что туда идти придется. Тут мне не хотелось, конечно, оказаться в этом центре дебитали чертовы юнитологи, которых так. Все это затерянные шумы. Только говна Катя. Титан, часть вторая, история объединенной гильдии космопроходцев. Станция Титан, покорение Луны, часть вторая из двух. Изучение сейсмической активности спутника и подготовки к разработке ресурсов на Титане была основана обширная колония. Орбитальная платформа, с борта которой проводились все операции на спутнике. По праву может считаться первым прототипом планетарного потрошителя. Титан был успешно выпотрошен и переработан с небольшим отставанием от графика. Успех был крайне положительный, встреча на Земле, население которое искренне полагало, что умирание человечества из-за нехватки ресурсов неминуемо. Титан был практически полностью переработан, нетронутым остался лишь небольшой участок, на котором была расположена колония. Однако именно он лег в основу эры планетарных потрошителей. Увеличившееся в своих размерах поселение превратилось в важный исследовательский центр, а с появлением гипердвигателя в точку отправки всех для всех добывающих операций вне границ нашей системы. Колония вскоре получила неофициальное название «Мегаполис», которое используется и по сей день. Ясно, черт. Долгая история, видимо, отсюда посетить планетарные потрошители начали лететь для изучения других одаренных галактик. Одаренных частей галактик. Черт. Да, и так мне повезло. Они оказались в этом центре кошмара, который начался еще на Шумуре. И на колонии ГД-7, которую я... участником был этого кошмара, которого был. Слабо как-то выбрался, хотя не знаю. Здесь я вообще смогу убраться отсюда. Черт. Ты во всем виноват, черт. Блин. Закончил эти вещания свои долбанные. Черт, мне отсюда валить. Блин, черт, дай мне бы аптечку хотя бы. Еще не могу аптечку найти никак. Черт, так и думал, юнитологи. Блин. Черт, не туда идти. О, к мне охота туда идти. Я помню, что как этот Мерсер чуть не пытался меня прикончить, этот дубль скотина с этим регенерирующим. Черт, мне охота спинать эту тварь. Я и так с еле разобрался.
по пути Альмана. О, мне долбанного шедевра это читать не хочу. Обращение к последователям Майкла Альмана. Все тут есть. Дети обелиска, наша чаша нашего терпения переполнена. Комитет для... не прекращает своих подлых атак, грубо нарушая наше право молиться так, как мы считаем нужен. Продолжительность службы нашей церкви была резана, пожарная охрана ограничила число прихожан, присутствующих на молебнах, нас заставили попрашивать разрешение для распространения религиозной литературы. Все это плохо скрыты. Попытки заглушить правду, нашу правду, попытки совершенно безуспешные, нечестивые, недальновидные, безответственные, безнадежные пути, которым пытается навести нас комитет, оканчиваются тупиком, тупиком, из которого может вывести решение идеология, тупиком, который никогда и предвидел, некогда предвидел Альтман и поручил нам священную миссию стать поводырями к свету. Приготовьтесь, братья и сестры, воссоединение грядет. Ага. Чисто трансформация, о котором как раз мне говорил чертов. Ненормальный Мерсер, которого, слава богу, сдох там на той Шумуре. Черт, мне снова взломать это надо придется. Видимо, мне туда лежит путь, хоть мне и хотелось-то об этом думать. Ненавижу этих черт долбанных недолгов. Черт, туда идет, центр нетологии. Какого черта тебя на меня туда ведет, мне интересно. Почему там путь прилежит через книгу именно? Зачем ты? Диан, ты же идешь в межжилом квартале, наверное. Какого черта? Я иду в центр недолгов, непонятно, вербовки. Может, разборник? Ладно, буду чеку, но зачем я сюда, непонятно, пришел? Странно. Я ненавижу этих доманов. Скотины. Черт, ноздри. Скотины. Ненавижу этих долбанных придурков, психопатов, с их долбанной, кать, ересью, которая еще, кать, все это видел на шумырках, они там пытались, не знаю, все это перенести на землю, это сон этот Мерсер, счета, вербовка, церковь фенитологии, станция Титана, отчет вербовки, пергиба, приближенная, десятинный статус, полная доля, что за хрень? За последние несколько недель объем наших вербовочных операций значительно снизился. Безусловно, это результат клеветнической кампании комитета, которая выставляет нас прийти в качестве авантюристов и бунтовщиков. Ну так вы и есть этими являетесь бунтовщиками, скотина. Регенты церкви Венерианского Боипорта, обсерватория Гиля, Пауза намерены сделать заявление в конце недели. Это будет стратегически верно. Дополнительные средства на информационное противодействие будут направлены отделу по связям с общественностью. К сожалению, увольнение среди сотрудников CEC негативно отражается на наших целях. По сравнению с прошлым годом, недобор составляет около 30%. Либо конец общения. CEC? Какого черта он с этим недолгим замешан, интересно? Не понимаю вообще. Долбанные недолги, ненавижу ваши. Черт, не нравится это место, что-то слишком здесь тихо. Да, кошка что-то навевает, что-то неприятно почувствовать, что-то здесь произойдет, все-таки, я думаю. Черт, к неху туда идти, придется. Что-то не нравится, блин, не кромочить полез, еще не хватало таких. О, черт, я так и думал. О, нет, только динамичек, блин, скотина. О, черт, космос, застанет, все, давай. А. О, бежать надо быстрее. Черт, я бегу. Что-то. Сейчас начнется, блин. Ой-ой-ой, тихо. Черт. Ой, блин. Ой-ой-ой. О, черт, еще лезут. Блин, докнут твари. Только я вас ненавижу мелких. Черт. Фу, еще все, закончились, твари. Надо быть осторожным, извините, ребята, могут полезть. Черт. Еще деньги. Блин, ненавижу это место. Ненавижу все эти места, связанные с этими долбанными ненормальными психами. Скотина. Вас всех буду крошить на мерзкий твой. Черт вас деньги. Получайте. Черт, снова этот бириск. Ненавижу больше вот этот чертов вот маркер. Че, все, не болезни больше, скотина? Угомонились. Еще один, блин, обелиск, да что подери.
Черт, что-то мне не нравится. Еще полезут, наверное. Черт. Что было? Фу. Напугало. Твари мелкие. Скотины тупые. Так, еще стекло, что не понимаю. Блин, и стекло еще. Черт, долбанное. Не итоги хрена. За вас мне все это началось. Сон за правительство. Хотя они больше нам дружелюбно, чем эти твари. Они хотя бы против тех воевали тоже. Некроморфы пытались остановить. Хоть и не такими приятными, хоть и не такими хорошими способами пытались это сделать. С помощью шантажа, они не шагать это. Такая красивая колония, я не подверглась такому кошмару. Здесь как раз все это началось. Снова, как он шамбри. Черт. А почему всегда так все идет плохо? Где не оказывается всегда. Что это было? Всегда начинается этот. Блин, что это вообще было, черт возьми? Так я сюда убираюсь нахрен. Черт, придется туда еще лезть. Ой. Не нравится мне это, интересно. Ненавижу их. Там же некроморфы, чертовы. Обитают. Так, а что еще было такое? Черт. Надо сюда вылезать, надо вылезать. Быстрее, быстрее, быстрее. Где выход? Фух. В этот раз обошлось без приключений. О, черт, это что, мисс Мусс, разборник, что ли, о котором Диана говорила. Значит, мне все-таки сюда было идти. Что с тобой, Катя? Извини, Катя, но я тебя обезглавлю, на всякий случай. Надо бы еще раз следить его нахрен. Чтобы эти твари не смогли его превратить в некроморф еще одного подобного. И заникать. Черт. О. Это запись, что ли? Ты так. А, вот он пытался, наверное, тех, кто спасся. Специально спать помочь им. Благородный поступок. Хоть тебя они прикончили, видимо. Черт, они его не могли так прикончить. Спасибо за помощь, конечно. Я тебе буду благодарен, если спасусь благодаря тебе. Черт. Но тебя же не могли некроморфа уничтожить. Да хватит же поигрывать, я так понял все. Это же не их, это метод. Он давно обратился бы некроморфов. Не, вообще не знаю. Кто-то его другой прикончил, может. Что-то странно здесь. Многих людей прикончили. Не некроморфов, как я думаю. Скотина мерзкая. Дохнешь, черт возьми. Что ты не дохнешь, скотина? Черт, тебя даже ничего нет будет тебе. У меня, видимо, тот мусоросборник, который мне нужно попасть. О, так, дверь закрыта, а почему? Видимо, придется включать это электричество. Может, если электричество у нее либо там опасно, может, мне читать этот мусор, этот сжигатель или к этому. Пресс, наверное. Черт. Диспетчерская, наверное, мне туда все-таки надо. Точно. Черт, а что такое было? О, пресс работает. Мне же, значит, импресс включить, отключить надо, черт возьми. Точно, мне надо пресса включать. Если я там окажусь с этим прессом, меня просто раздавит. Туннель 2 открыть. Так, ладно, отключай-ка. Мне не хотелось быть, конечно, раздавленным этим прессом. Не очень хочется. Превратиться, не знаю, какой-то в пудинг.
Черт. Придется их расчинять, на всякий случай. Чтобы они не могли их, эти рекомендаторы в этих некроморфов превратить. То есть я этим сам себя хотя бы безопасу. Безопасю от этого. От смерти. Так, у меня аптечек, два узла, можно прокачать, чем получится. Не знаю даже, что мне качать. Черт, Эйкс. Воздух. Нет, это игра базовый резак прокачаю, наверное, все-таки. Даже не знаю. В общем, не стоит прокачать. Ладно, воздух прокачаю. Импульсную винтовку. Черт. Снова 12 часов. Так и думаю. Я так, наверное, прав все-таки. 12 часов началось все это. Поэтому сейчас остановились. Видимо.